Добрый раз. Спасибо за то, что вы сегодня собрались. И давайте уже непосредственно приступим к теме сегодняшнего вебинара. Говорить мы сегодня будем о том, как создавать, вести сообщество в социальной сети ВКонтакте. На сегодняшний момент, наверное, эта платформа одна из самых популярных для учителей, для библиотекарей. И сегодня постараюсь вам рассказать немножко из своего опыта, какие-то примеры сегодня будут, о том, как можно работать в этой социальной сети. Опыт работы у меня с ВКонтактом, ну, можно сказать, довольно такой хороший. Я уже 11 лет занимаюсь ведением сообщества. В данный момент веду краеведческое сообщество нашей библиотеки, которое называется «Мурманика». Собственно, из этой группы я сегодня буду приводить примеры. Если вам интересно, я ссылку в чат отправлю. Вдруг кто-то захочет посмотреть поближе, то пожалуйста. Итак. Что нужно сказать о несколько слов о социальной сети и как ее можно использовать? Использовать по-разному, и библиотекари, учителя это делают по-разному. Если это школьная группа, группа класса или какое-то учительское объединение, то это прежде всего площадка для общения с учениками, с их родителями, с читателями библиотеки, если речь идет о библиотеке. Если у нас сообщество учителей и библиотекарей, то это как площадка профессионального развития, то есть можно предлагать какие-то полезные материалы для самообразования, мастер-классы, видеоролики, организовывать опросы, мнения, узнавать своих коллег и так далее. Опять-таки, если у нас это школьная группа или библиотечная, то контакт позволяет устраивать здесь площадки для дистанционного обучения, ну, в большей или в меньшей степени, естественно, проводить конкурсы, викторины, флешмобы, реализовать разные виртуальные проекты, это тоже здесь все можно сделать. Основная, конечно, задачка здесь использовать контакт как площадку для размещения своего медиа-контента, то, что мы создаем сами, фотографии, видео, тексты, либо некоторые библиотеки могут даже оказывать здесь услуги, например, по поиску информации, книг. Некоторые библиотеки, я знаю, организовывали чаты по продлению литературы одно время. То есть возможностей здесь достаточно много, было бы желание их реализовывать. Итак, собственно, начинаем создавать наше сообщество. Создать здесь можно группу, можно создать страницу. Чем они друг от друга отличаются? Страница, она не дает возможности комментирования, то есть это больше подходит для того, чтобы вы просто в определенном порядке выдавали информацию, какие-то публиковали новости. Но чаще всего сообщества создаются как площадка для общения, поэтому лучше создать группу. Можно потом переключаться, если что-то не понравится, перейти в раздел страниц. Выбираем, что мы будем создавать. Либо это будет группа по интересам, либо это будет группа организации, либо как нечто другое, либо можно создать группу конкретно под какое-то мероприятие. В общем, выбираем вот из шести предложенных вариантов тот, который нужно. На первом этапе от нас требуется придумать название нашей группе, выбрать категорию, тип группы. Ну и если у вас есть сайт, можно указать адрес сайта, адрес своей организации. Вот минимальный порог требований, который необходим для создания группы. Что здесь интересного? Ну, во-первых, тут достаточно много категорий по тематике. Можно выбрать любую более-менее подходящую. Что касается открытости и закрытости групп. Открытая группа предполагает, что вступить в нее может любой пользователь. Все материалы открыты для просмотра. В закрытую вступают по приглашению администратора. И нужно заявку эту принимают. И, собственно, после этого ты вступаешь в группу. Если ты сам в поиске нашел эту группу, ты в свою очередь посылаешь сам уже заявку администратору, а тот уже будет решать, принять тебя либо не принять. Ну, как правило, в таком вот закрытом режиме функционируют группы классов, школ и тому подобных организаций. Ну, вот такую закрытую группу можно найти через поиск. Есть еще третий вариант, это группа частная.
Частную даже через поиск не найдешь. Туда тоже можно вступать по приглашению организатора. Очень часто такую группу создают для себя любимого. Например, вам нужно такую папку создать ВКонтакте, куда вы будете всякие полезные материалы собирать. Вот иногда создают частную группу только для себя, и там собирают все материалы, которые попадутся ВКонтакте, и публикуют их в этой группе, в общем, чтобы всегда иметь доступ. Вот для этого можно использовать. Ну, чаще всего, если идет о библиотечном сообществе речь, то чаще всего группа у нас открытая, и туда могут вступить все, кто захотят, все, кто зашел на огонек, что называется. Далее, внутри группы, даже если она открытая, можно настроить очень подробно любой элемент этой группы. То есть стена может быть открытая, вы можете закрыть стену, чтобы ее никто не видел, либо открыть ее частично. Что это значит? Это в ограниченном формате. То есть это означает, например, что публиковать могут только администраторы группы информацию, а читатели могут комментировать. Сами читатели публиковать ничего не могут. Вот. Точно так же настраиваются все остальные элементы. Фотографии, видеоролики, аудиозаписи, файлы, обсуждения. Конкретно по каждому пункту можно включить либо отключить эту опцию. Если вы планируете вести репортажи, то подключаете их. Если вы планируете, допустим, добавить мероприятие, то тоже подключаете опцию. То есть по ходу своей работы, когда вы уже определились с контентом, который будете публиковать, вы можете при необходимости все новые и новые элементы подключать в свою группу. Настройки и работы с группой, все они находятся в разделе, который называется «Управление». Если у вас уже есть своя группа, то наверняка об этом знаете. Именно там и находятся все самые важные кнопочки. Подписчики, сообщения, чаты и тому подобные вещи. Итак, ну, существует довольно много разных чек-листов, которые рассказывают о том, что надо и что не надо публиковать в группе. Ну, вот это просто информация для размышления. Это не значит, что обязательно все это должно быть в группе, но это вот информация, которая, может быть, окажется полезной. То есть, что хотелось бы читателю увидеть в группе? Фотографии, может быть, видеоролик о библиотеке, какие-то знаменательные события библиотечные, ссылки на сайты, на блоги библиотеки, на какие-то другие координаты. Ну, естественно, контакты, часы работы, может быть, какие-то ссылки на электронные базы данных. Ну и далее уже рассказы о новых поступлениях, об услугах библиотеки. В общем, вот такой вот стандартный набор, что может быть в группе библиотеки. Такой же стандартный набор есть и для школьной группы, например, для группы класса. То есть там фотографии школы, класса. Но в этом случае здесь уже, поскольку группа частично у нас закрытая, то здесь, наверное, таких особых требований нет, но все равно вот какой-то полезный перечень, то, что можно опубликовать в группе, здесь есть. То есть ссылки какие-то полезные, например, на сайт школы, может быть, на какие-то другие полезные сайты, которые помогут родителям и ученикам. Учебные материалы. Если у вас группа родительская, то материалы для родителей. Если школьная, то для школьников. Полезно проводить опросы, игры, викторины. Ну и, конечно, размещать там разные учебные ресурсы. Вот такой вот небольшой перечень. Опять-таки, вы подстраиваетесь под свою аудиторию, под свои цели и задачи, или у вас группа тематическая, библиотечная, вот в данном случае, как у меня, либо у вас группа для всей библиотеки, тогда тематика уже будет более большая, там больше информации надо размещать. В общем, тут каждый определяется сам. Начнем с оформления группы. По порядку пойдем. Вот группу мы создали, дальше приступаем непосредственно к ее оформлению. В оформлении группы участвует баннер, это обложка, такая узкая, длинная, которая у нас наверху, где название группы. Аватарка – это та маленькая картиночка, под которой вы будете писать посты и отвечать на комментарии участников. Вот. Ну и меню. Оно это не обязательно, но если группа большая, и если есть необходимость навигации внутри этой группы, то можно сделать меню. Здесь у меня на слайде написаны примерные размеры для каждого элемента оформления в пикселях. То есть баннер он такой узкий, длинный, аватар он больше приближен к квадрату, меню оно такое более вытянутое.
Ну, давайте по порядку. Обложка, баннер. Можно, конечно, взять свою какую-то картинку, загрузить ее в качестве обложки, и такой вариант вполне себе возможен. Если вы хотите что-то эксклюзивное придумать, то можно попробовать потренироваться в сервисах, которые как раз создают контент для соцсетей. Об одном из них я рассказывала на прошлом вебинаре. Это сервис Supa. У него есть целый раздел шаблонов, которые так и называются. Обложка для группы или сообщества ВКонтакте. Здесь уже заявленный размер присутствует, то есть вручную ничего подгонять не надо. От нас требуется только придумать свое название, добавить свои какие-то картинки и самостоятельно таким образом создать себе обложку. Сразу скажу, готовых обложек для библиотек и школ здесь нет. Вот более-менее подходящую под такую тематику я нашла, это вот обложка про креативность. Любой элемент, который здесь есть внутри этой обложки, можно редактировать. Щелкаем по названиям кнопочек, открывается редактор, который позволяет этот элемент редактировать. Например, можем изменить прямоугольник, можем заменить одно слово на другое, можем нарисовать стрелочки, изменить стрелочки. С левой стороны, вот в этом поле, это библиотека разных объектов, которые можно вставить. Здесь есть библиотека графики, фоны, фотографии, различные другие графические объекты, стикеры, эмодзи и так далее. Естественно, мы можем добавить текст. Мы можем загрузить любые свои картинки и их использовать. В общем, работать здесь достаточно просто. После того, как мы создали нашу обложку, мы ее скачиваем на компьютер в хорошем разрешении и без водяных знаков. И дальше загружаем уже ВКонтакте, никаких проблем здесь нет. Что еще важно для обложек? Есть такая опция, появилась такая опция, называется «Живая обложка». Это динамический баннер, который будет состоять из нескольких либо картинок, либо маленьких видеороликов, которые будут автоматически один другой сменять. Живая обложка работает только на мобильных устройствах. То есть если группу смотреть на компьютере, то показывать будет только первую картинку из этой серии. А если посмотреть ту же группу через мобильное устройство, то обложка будет, правда, живая. Для такого баннера нужны 5 таких вот картинок разных, которые вы в нужном порядке загружаете внутрь сервиса, внутрь контакта, и дальше они будут меняться. Либо это будут видеоролики примерно такого же формата, которые тоже загружаются в формате MP4. И они будут меняться. Продолжительность такого маленького видеоролика не больше 30 секунд. Вот. Таким образом, обложка будет живая. Что еще? Возвращаемся назад. С аватаркой все намного проще. Особо тут никаких конструкторов можно не использовать. В аватарке, как правило, библиотеки берут свои логотипы. Школы берут фотографии. Если есть логотип, то логотип. Если нет, то фотографию здания, фотографию класса, логотип класса. В общем, такой стандартный вариант выбирают. Размер 400 на 1000 пикселей я взяла из требований ВКонтакте. Вообще они пишут о том, что оптимально, минимально это 400 на 400, просто квадратная такая аватарка. Вот. Ну, чем лучше качество, тем лучше аватарка на выходе, поэтому вот от 400 до 1000 пикселей вполне себе нормальный вариант, можно загружать. Теперь несколько слов о меню. Вообще, зачем оно надо? Меню – это набор таких вот плашечек, кнопочек, которые будут выходить прямо вот после описания группы и которые позволяют внутри этой группы ориентироваться. Меню, может быть, на первых порах, когда только группа начинается, может быть, оно и не нужно. Но когда контента становится много, и в нем становится трудно ориентироваться, и очень не хочется, чтобы какие-то очень ценные ваши публикации потерялись в ленте, уехали вниз, где бы их никто не нашел, то для этого, пожалуй, пригодится меню. Для обложки меню можно, опять-таки, грузить свои картинки. Оптимальный размер этих картинок, вот он, 376 на 256 пикселей. А можно опять-таки воспользоваться меню. Есть сервис, который так и называется ВК-меню. Может быть, кто-то пользовался. Это очень полезная штучка, которая позволяет точно так же очень быстро и просто создать себе готовые плашечки для меню.
То есть здесь мы можем залить определенным цветом, даже градиентным, линейным, любым другим, загрузить свою картинку в качестве фона, написать какой-то текст, добавить иконку, либо свою собственную, либо из библиотеки сервиса. Все тут отрегулировать по шрифту, по толщине, по величине и так далее. И вот сделать вот такие вот стандартные красивые иконки для меню. И, например, у нас в группе они под цвет обложки сделаны, чтобы все в одной цветовой гамме было. Это делает группу более аккуратной, на мой взгляд, такой более ухоженной, скажем так. Вот, так что хороший сервис, он абсолютно бесплатный, без регистрации работает. Можно таких себе наделать плашечек и загрузить себе ВКонтакт. Ну, давайте посмотрим, что у нас в меню. Меню у нас вот такое, как вариант. Может быть, какие-то идеи из моего рассказа вам покажутся интересными. Если у вас есть свои идеи, то, конечно, пишите их в чате, поделимся. То же самое, если вы с какими-то моими рассуждениями не очень согласны или согласны, пишите в чат, если что-то поддерживаете. Может быть, кто-то ведет группу, может, свой какой-то интересный опыт преподнести тоже, все в чат пишите. Мы постараемся на все обратить внимание и все обсудить. Итак, ну вот у нас вот такое меню. Давайте я расскажу, что есть что. Это сделали мы для удобства пользователей, потому что сами пользователи писали, что не очень удобно что-то искать, не могли найти нужную информацию, и меню мы такое создали. Ну, начали мы с афиши. Это приложение, которое подключено к группе. О том, как подключить приложение к группе, я чуть попозже расскажу. Это буквально следующий слайд уже. Это приложение, которое рассказывает о мероприятиях библиотеки. Оно выстроено по хронологии, аннотация и название мероприятия, дата его проведения. Дальше. Книжная лавка. Это страница, которая подключается к контакту. Это страница с продажей. То есть наверняка вы знаете, что к сообществу можно подключить опцию продажи, товары, называется эта страница, и там продавать сувенирную продукцию своей библиотеки, книги, может быть. Так что есть такая возможность. Так что вот такая штука в меню тоже есть. Дальше. Для того, чтобы продвигать свои информационные ресурсы, например, у нас много создается выставок, у нас игры, викторины в довольно большом количестве представлены, и виртуальные экскурсии. Ну, в частности, это аудиогиды на Easy Travel. И чтобы все это не заблудилось в ленте, чтобы это можно было найти, мы решили вот их отдельно выделить в разделы меню. Выставки, игротека и экскурсии. Это страницы. На каждой странице собран список этих самых виртуальных выставок, игр и тому подобного. Ну вот страничка про виртуальные выставки, это буквально фрагмент страницы. То есть это такая статья, которая создается ВКонтакте. В этой статье описывается сама выставка, дается ссылка на нее, может быть, скриншот выставки, как она выглядит. Ну и по этой аннотации участник понимает, читатель, нужно ему посмотреть эту выставку или нет. Если понравилось, переходит к выставке. И таким образом очень удобно, все выставки собраны в одном разделе, их очень быстро найти. И если читателю что-то одно понравилось, он может вернуться назад и посмотреть еще что-то другое. Так мы продвигаем свои информационные ресурсы. Ну и еще одна штука вот в самом низу – отзывы. Это у нас ссылка ведет на страницу с обсуждениями. Ну, по сути, это чат с читателями, который создается при создании группы, сразу вам предложат создать чат. Вот его можно создать в качестве отзывов, где читатели будут писать, что им понравилось, а что не понравилось в библиотеке. Вот, может быть, больше пунктов, до 7 пунктов может быть внутри вашей группы. 7 пунктов меню, максимальное количество. Тут важно еще отметить, что вот эти вот ссылочки, это меню ведет только на ресурсы внутри контакта. То есть, если вы хотите, например, дать ссылку на какую-нибудь там платформу Genially через меню, то это не получится. Поэтому мы пошли вот таким вот путем. Мы сначала создали статью ВКонтакте, туда вставили выставку со ссылкой на Genially, а потом уже вот таким образом добавили ее в меню. Ну, давайте к приложениям вернемся. Вот я упоминала приложение Афиша, вот так она выглядит, если ее развернуть. То есть здесь есть доступ к актуальным мероприятиям, которые вот-вот начнутся или уже идут, к прошедшим. И в любой момент вы можете добавить новое мероприятие.
Это стандартная бесплатная опция. То есть здесь доступно добавление картинки, аннотация, дата, время. И есть возможность подключить даже продажу билетов. Вот. Так что в базовой версии все это возможно. Если приобрести премиальную версию, премиум аккаунт, то можно еще по категориям сортировать мероприятия. Это полезно, если у вас их много. Например, презентации книг, экскурсии по библиотеке, там, не знаю, творческие вечера и так далее. Но даже базового тарифа вполне достаточно, чтобы симпатичную такую афишу добавить. Она будет отображаться тоже в начале группы, перед стеной. Там буквально перед меню или, по-моему, после меню. Ну, в общем, она будет ближе к шапке, ее нельзя будет не заметить. Но мы еще отдельно ее в меню добавили, на всякий случай, вдруг кто-то потеряется. Что касается приложений. У приложений ВКонтакте огромное количество приложений. С каждым разом становится все больше и больше. Вот уже 38 приложений. Мне кажется, что их уже больше даже, чем 38. Не все, конечно, из этого полезно. Можно подключить лишь ограниченное количество. По-моему, только 5 приложений к одной группе. Но из такого, из полезного. Вот, я бы обязательно взяла афишу. Мне кажется, это полезно. Есть отдельное приложение, которое называется «Отзывы», которое позволяет собирать все отзывы в одну, опять, в одном месте. Вот. Можно отзывы как обсуждение оформить, а можно подключить как приложение. Дальше. Есть возможность создавать рассылки и рассылать, например, приглашение на мероприятие. Ну, давайте посмотрим, как это все смотрится. Вот, пожалуйста, приложение «Отзывы». Вот так оно выглядит. Чем отличается оно от обсуждений? Примерно оно выглядит точно так же. Очень похоже, но тут особо мы ничего написать не сможем. То есть, если мы захотим пообщаться с этими читателями, то не получится. Да? Здесь просто нет такой кнопочки. Но зато мы и удалить тут ничего не сможем. То есть, все здесь автоматически генерируется, сохраняется, и читатели могут зайти и посмотреть все отзывы, которые написаны. Автоматическая рассылка. Так выглядит приложение. Если вы подключили рассылки, то теперь их можно создавать и рассылать читателям. Вводим название рассылки, описание, текст, картинку прикрепляем и рассылаем. Ну, например, вот это школьная рассылка, вебинар для учителей и репетиторов. Приглашают на вебинар. Вот таким образом через рассылки. Это, конечно, хорошая вещь, но в последнее время рассылок стало так много, особенно если вы подписаны на большое количество групп, и иногда они бывают очень навязчивыми. Поэтому с рассылками, на мой взгляд, надо быть поосторожнее. Иногда читатели могут разозлиться и отписаться и от рассылок, и от группы. Вот, поэтому аккуратнее с этим. Но, тем не менее, такая опция есть. Если она необходима вам в работе, можно подключить ее через приложение. Опять-таки, кнопка управления, внутри кнопка приложения, а дальше выбираем нужное и подключаем. Есть приложения платные. На стадии подключения вам обязательно об этом сообщат. Но вот три, которые я назвала, они в бесплатном тарифе возможны. Ну, а дальше начинаются вечные вопросы администраторов группы. Вообще, руководство группы тоже, пожалуй, стоит озвучить, чем они отличаются. Но есть у нас владелец группы, тот, кто ее создал, это самый главный человек. Он может удалять группу. Ну, естественно, писать, редактировать все остальные функции. Есть администраторы, которым владелец дал права. Они могут удалять контент, писать посты, редактировать, модерировать группу, отправлять в черный список пользователей. Единственное, что они не смогут удалить сообщество. И есть редакторы, которые могут писать посты, редактировать свои посты, но чужие посты или там, модерации группы, это им недоступно. То есть выставляем уровень пользователей. Если у вас большая творческая группа, то у каждого будет свой уровень доступа. И таким образом каждый будет отвечать за что-то свое. Итак, вот наши вечные вопросы. Сколько постов писать в день, когда их публиковать и, собственно говоря, что именно публиковать? Ну, если мы создали группу, значит, мы уже примерно представляем, что мы там будем публиковать. Теперь по поводу
контрольных показателей сколько. Вообще по группе ВКонтакте написано неимоверное количество разных книг, руководств, и их все больше и больше становится, и в интернете статьи, и книги. Ну, вот такая вот книжечка, которая рассказывает о том, что надо в день публиковать от 1 до 20 постов. Ну, напротив цифры 20 я поставила 3 вопросительных знака, и мне кажется, что это перебор. Более того, 10 постов – это тоже перебор. В чем тут суть? На мой взгляд, библиотеки достаточно, чтобы не пропадать из ленты новостей, публиковать хотя бы один пост в день. Если есть что сказать, то может быть и больше. Если библиотека большая, если штаты для ведения группы у вас позволяют, то можно публиковать и больше. Но максимально, мне кажется, 3-4, но все, мне кажется, дальше уже не стоит, потому что иначе это, вы примелькаетесь в ленте, опять-таки будете вызывать отторжение у читателей, если они будут видеть по 7, по 8, по 10 постов от вас в день непрерывным потоком, но они тоже могут скрыть новости, отписаться, разные способы. Раздражаться, пожалуются. Ну, в общем, тут опять-таки методом проб и ошибок. Если есть что сказать, то да, почему нет? Особенно если вы рекламируете какое-то полезное мероприятие, рассказываете о каком-то полезной вещи, которую вот надо здесь и сейчас. А если есть возможность отложить публикацию или не привязывать ее именно к сегодняшней дате, то лучше отложить. Лучше, меньше, да лучше. Ну, опять-таки, это мой взгляд. Если у вас какие-то свои соображения, то, пожалуйста, в чате можете поспорить. Когда мы только создавали группу, и когда мы уже набрали какое-то количество читателей, мы решили у них спросить. А спросим-ка мы, что они хотят увидеть в группе, что именно они хотят публиковать, какие материалы. Предложили вот такой вот списочек. Ну, вот результаты опроса вы сейчас видите на экране. Оказалось, публика у нас вполне благожелательная и воспринимает любую интересную информацию о Мурманской области в любом формате. Это здорово, потому что это дает нам простор для творчества. Они хотели бы получать информацию об интересных книгах. Опрос это бесплатно абсолютно, это бесплатная опция. Я чуть позже расскажу, как он делается, если вам интересно. Что они хотели бы? Видеоролики смотреть хотели бы, игры, викторины тоже не против. В общем, вот даже такой маленький опросик сразу позволяет нам сформировать какие-то векторы развития. То есть на что стоит обратить внимание. То есть вот мы можем экспериментировать, нам бы хорошо про книги не забывать, про игры и про видео. И вот еще тут ретро-фотографии тоже народ хотел посмотреть. Так что вот такие опросы помогут вам, собственно, получить информацию с первых рук, а что именно хотят от вас читатели, и уже подстроиться под них. Что касается времени публикации постов, то тут тоже такой интересный вопрос, потому что каждый решает сам. Есть разные научные исследования, я не буду их тут приводить, разные экспертные мнения. Например, что в субботу вечером 100% посты заходят. Но это неправда, на самом деле не так. Не получается в субботу вечером публиковаться. У нас почему-то вот самые большое количество просмотров у постов, которые публикуются в первой половине дня. И мы выбрали для себя две даты, два временных отрезка. Это 10 утра и 12 утра. Вот первый пост уходит в 10, если есть второй, то в 12. Но если что-то срочное, то, естественно, уже время там не важно. Ну, а если публикации планируются, то они вот выстреливают у нас в утренние часы. А вы можете самостоятельно у себя в группе попробовать разное время суток, посмотреть, когда у вас будет лучше читаемость в те дни и в то время выставлять. Вот. Спасибо за комментарий. Я уже одним глазом его прочитала. Да, я с вами согласна, что 1-2 поста в день вполне достаточно. Далее. Что публиковать? Мы спросили у читателей. Ну, хотелось бы еще подумать, как мы можем вписаться в наши разные статистические штучки. Я имею в виду количество просмотров, количество лайков, количество читателей. Вот это вот вся статистика. Ну, нам хотелось бы, чтобы нас читали много, часто. А что касается постов, то тут есть две кардинально противоположные точки зрения. Следователи первой точки зрения считают, что надо публиковать то, что вирусное, что называется, то есть то, что будет расходиться.
вот такой вау-эффект, так что быстро все побегут лайкать, постить, репостить, передавать из уст в уста, то есть вот эти веселые картинки про лисичек и котиков, мемы, всякая интересная такая развлекательная вещица, это все будет востребовано, это будет, ну, собственно, да, вот пост про лисичку у нас набрал больше лайков, чем серьезный пост про полярные путешествия. Но другая точка зрения считает, что не обязательно, чтобы пост собирал огромное количество, там, миллион лайков. Важно, чтобы он действительно доносил какую-то важную информацию, и чтобы, ну, такой оттенок элитарности своеобразный получался, но чтобы это был эксклюзивный материал, то есть тот, который не найдешь ни в одной, ни в другой группе. Именно за этим к вам в группу и будут записываться читатели. То есть если мы будем каждый день про котиков постить, то таких групп очень много. А вот если мы будем писать про книги о полярных путешествиях, то таких обзоров не так много, поэтому придут к нам читатели. Ну, наверное, истина находится где-то посредине. То есть хотелось бы и то, и другое. В связи с этим возникают риски. Не хотелось бы, чтобы библиотечная группа превращалась бы, например, в доску с объявлениями. Это когда мы только пустим информацию о мероприятиях. Да? Сегодня состоится это, завтра вот то, послезавтра третье какое-то. Это, да, это важная информация, но ее хотелось бы чередовать с какой-то другой. Еще не хочется превращать группу в папку с отчетами, потому что очень много групп создается именно с целью рассказать, как у нас прошло мероприятие, с фотографиями, там, с отчетами, с фразами соответствующими. Да, об этом тоже надо рассказывать, чтобы привлекать читателей, но делать это в дозированном формате не каждый день. Вот. Ну и календарь знаменательных дат тоже превращать в группу не стоит, хотя календарь знаменательных дат – это очень важная штука. Она дает нам источник вдохновения и инфоповоды, о которых можно писать. Вот. Поэтому не превращаем нашу группу вот в это вышеперечисленное, а, собственно, во что. Опять-таки, если немножко углубиться в теорию, то есть посты развлекательные, продающие, вовлекающие, есть репутационные, есть... Так, сейчас я подгляну, потому что я забыла это слово. Вот. Полезный, да, полезный контент. Хотелось бы, чтобы в группе было представлено многообразие всего-всего. Я буквально несколько слов расскажу о каждом. Наверняка вы их создаете просто вот по-научному, они вот так называются. Развлекательный контент – это посты, которые представляют собой разные викторины, опросы, голосовалки, там какие-то картинки, комиксы, вот такое. Дальше продающие, иногда его вовлекающие называют, иногда их разводят вдруг. Что продающие это одно, вовлекающее другое. Но суть это, по сути, вот рекламные наши объявления все сюда укладываются. То есть мы продаем билеты на мероприятие, поэтому у нас оно становится продающим контентом. Мы приглашаем на мероприятие, это у нас вовлекающий контент. То есть мы рассказываем об интересных каких-то ивентах, которые у нас происходят в библиотеке, зовем на них читателей, рассказываем им, привлекаем как можем, рассказываем, что там интересненького будет. Только сейчас, только у нас, приходите, а то пожалеете. Ну, в общем, всеми силами пытаемся привлечь читателей в библиотеку. Далее, контент полезный. Это тоже важная штука, особенно если у вас тематическое сообщество. У нас сообщество краеведческое, поэтому под грифом «полезное» это у нас краеведческая информация о культуре, о природе, об истории, в общем, все, что связано с Мурманской областью. Вот. Полезный контент, он не такой, что вот это, как это, очумелые ручки, нет. Полезный в смысле того, что пользователь получает информацию, на которую он подписался. То есть он подписался на краеведческую группу, вот он получает краеведческий контент. Далее, ну и репутационные посты, это посты о самой библиотеке. Например, об истории библиотеки. Вот в частности у нас идет серия публикаций сейчас к юбилею библиотеки.
Мы достаем старые фотографии из архивов и рассказываем о них и об истории библиотеки. Мы можем рассказывать, вот сюда укладываются все наши отчетные посты о том, что прошло, что состоялось, там, сколько участников, победителей и тому подобные вещи. И внутренняя кухня. Сейчас это очень популярные посты. То есть мы рассказываем, что у нас там внутри библиотеки происходит. Например, снимают видеоролики о том, как проходит санитарный день в библиотеке, о том, как там готовятся к мероприятию, ставят выставку. Ну, какие-то такие с юмором снятые вещи, они тоже очень хорошо заходят. То есть одновременно получается репутационный видео и развлекательное. Два в одном. Вот. Хотелось бы, чтобы это все гармонично сочеталось в библиотеке, но опять-таки уклон может быть в одну из этих вот частей. Если у вас аудитория более молодежная, то, естественно, уклон будет в развлекательный контент. Если более взрослая, то, может быть, развлекательного не так много, более полезной информации. Тут уже тоже определяемся на опыте. В статистике, конечно, можно посмотреть на свою группу, посмотреть на гендерные различия, на возрастные различия, чтобы иметь возможность сориентироваться. Кто у вас читатели? У нас читатели серьезные, от 30+. Поэтому группа у нас соответствующая. Хотя есть и молодежь, почему нет, у нас представлены все возрасты в нашей пирамидке. Ну, давайте уже перейдем, собственно, непосредственно к самому процессу творчества. Начнем с текстов. Как пишутся тексты? Существует такой принцип, называется принцип перевернутой пирамиды. Используют его в копирайтинге и в журналистике. То есть, когда текст пишется от самого главного к менее значимому. То есть, в самом начале статьи мы рассказываем о самом важном, о том, что привлекает внимание, то, что заставляет читателей читать дальше. То есть, кто, что, где, когда, вот такие вот вещи. Желательно, чтобы еще было интересно при этом. А далее, чем дальше к концу поста, тем все менее значимая информация, которая уже не влияет на события, но позволяет более подробно о нем рассказать. И вот в таком духе, собственно, предлагается строить все тексты ВКонтакте. Особенно это важно, потому что контакт, он оставляет только первые 4 строки, 4-6 строчек там по-разному, в зависимости от абзаца, все остальное он обрезает. И наша задача, чтобы читатель, пользователь нажал на кнопку «Дальше» и прочитал все остальное. А для этого нужно вложиться в эти 4-6 строчек так, чтобы он действительно нажал и прочитал. Вот. И важно вот то, что в заголовке мы заявили, то и в тексте было, чтобы у нас заголовок такой привлекательный был, а откроешь, а там совсем про другое написано. Тут тоже очень важные вещи. Ну, давайте смотреть. Ну, например, вот, пожалуйста, юбилей Пришвина, который отмечался. Много постов о Пришвине, все библиотеки о нем написали, юбилей, и, в общем, мы тоже пытались участвовать в этом флешмобе неофициальном, но выбрали мы немножко другой формат. Например, такая информация, что Михаил Пришвин был не только писателем, но и фотографом. Это же интересно, интересно. Тем более, что он был у нас на Кольском полуострове и сделал даже несколько снимков. Он фотографировал Хибины, наши горы, в 30-е годы. Фотографии малоизвестные, нашлись. И вот такой пост появился о Пришвине. Это, опять-таки, инфоповод из календаря знаменательных дат. Но мы не стали писать стандартный набор о том, что Пришвин родился в таком-то году. Мы начали пост с вопроса. Ну и дальше несколько строчек, рассказ о том, что Пришвин побывал у нас здесь, на Кольском полуострове. Ну, которые позволяют пользователю нажать на кнопочку и прочитать, что дальше. И сопроводили этот пост фотографиями. Иногда можно вынести заголовок вверх. Вот, пожалуйста, были две версии этого поста, о чем писала «Полярная правда» 90 лет назад. Это не очень интересный заголовок, но цепляющий заголовок «Кому рыбные шкурки?». Мы их два объединили в одном. И это рассказ о том, как на Мурманском рыбокомбинате выделывали рыбью кожу, и потом на ленинградском предприятии из нее делали сумочки и обувь из рыбных шкурок. Вот. Вот такая вот интересная информация. Достаточно много лайков появилось, перепостов. То есть информация пошла, это хорошо. Вот, так, вот таким путем можно идти в написании текстов.
привлекать читателей. Если текстов много собрано, информации много, то, наверное, простыню текста писать не стоит. Тогда стоит обратиться к такому формату, который называется статья. Выбираем обычное сообщение ВКонтакте. Внизу находим кнопочку «Т». С буквой «Т» это и есть, собственно, статья. Нажимаем на нее, и открывается у нас статья для редактирования. По сути, это как блог получается. Мы туда вставляем текст, добавляем фотографии, ссылки, видеоролики. Опросы можно туда вставлять, разную GIF-анимацию. Ну вот, они тут у нас, я в красную рамочку все эти значочки вынесла. Разделительные линии, так что можно из нескольких глав составить свое повествование. Это хорошая штука для обзоров книг, для каких-то очень длинных обстоятельных публикаций. Ну вот, например, у нас очень много материалов было о горностае, статью написали. Но, опять-таки, чтобы читатель прочитал статью, нужно его привлечь к этой статье. Поэтому опять нам нужна какая-то интересная подводка. Но здесь мы сработали на парадоксе. Горностай весит 300 грамм. На самом деле это очень опасный хищник, который может даже на человека кинуться в случае опасности. Вот такая мимишная крошка, опасный хищник. Ну и сопроводили это соответствующим заголовком. Вот. И опубликовали в таком виде статью ВКонтакте. Это тоже сработало и, в общем, благосклонно было принято читателями. Так что статьи тоже хорошая вещь, особенно если их еще сопроводить какой-нибудь интересной информацией, привлекательной. Что касается сервисов, которые помогут писать грамотные тексты. Пользователи разные бывают. Есть очень требовательные пользователи, которые каждую орфографическую и пунктуационную ошибку увидят. И обязательно об этом вам расскажут. Поэтому, чтобы подстраховаться, можно использовать разные технологии для проверки своего текста. Ну, например, орфограммка. Из названия понятно, что это сервис, который позволяет проверять орфографию и пунктуацию. Вот. Он все тут выделит, разметит и расскажет, где какие недочеты и ошибки, и что нужно исправить. Дальше. Другой сервис, очень хорошо известный, Главред. Он не только проверяет орфографию, пунктуацию, он позволяет отсеять так называемые стоп-слова. То есть лишние слова, канцеляризмы, разные слова, которые не нужны для понимания текста. Он их выделяет, он их подчеркивает, а дальше мы можем посмотреть, согласиться или не согласиться. Это другая вещь. Каждый текст оценивается по десятибалльной шкале. Чем ближе к десятке, тем текст лучше. То есть, если вы максимум 10 получили, это вообще отличный текст. Если меньше 5, то стоит задуматься и переписать. Ну, в данном случае это более-менее приличный текст, около 9 здесь стоит, так что, в общем, он даже неплох. Но нет предела совершенству. Естественно, это не для художественной литературы. То есть, если мы пишем какое-то художественное произведение, то Главред нам не помощник. Это вот именно для информационных текстов, для текстов таких, как «Контакт», там, социальные сети и так далее. На этом слайде я еще оставила ссылочку на остальные сервисы для проверки, если необходимо, их тут около десятка разных, так что можно по ней потом перейти и посмотреть еще что-то. И еще один сервис, который мне недавно попался на глаза, называется он Тургенев. Это сервис от Яндекса, который точно так же Главред редактирует текст, вернее, не редактирует, а комментирует текст с точки зрения стилистики. Здесь, правда, нужно зарегистрироваться. Есть тут платный тариф, там отдельная история. По бесплатному тарифу можно проверить стилистику своего текста, так называемую вводность. Вот тут вкладочка так и называется, вводность, то есть это лишние слова, да? Ну и удобочитаемость. То есть это, чтобы предложения были не слишком длинными. Здесь шкала немножко по-другому. Здесь тоже текст оценивается, но наоборот. То есть максимальная оценка 0 баллов. Ну вот за этот текст мне поставили 0. Это здорово, значит все отлично. Правда, тут есть два недочета, которые можно исправить, если мы захотим это сделать. Если больше 8 получается, то все плохо. В общем, текст надо переписывать. Оценка здесь противоположная, чем в Главреде. Ну, в общем, они друг с другом похожи, можно или одним, или другим пользоваться. В зависимости от того, кто вам больше понравится.
Что касается картинок, ну понятно, что тексты должны быть уникальные. Мы в группе сознательно отказались от репостов. Если что-то и репостим, то в очень ограниченном количестве. Это не значит, что репосты плохо. Просто если в группе только одни репосты, то, наверное, может быть, группа такая не нужна, да. То есть хотелось бы, чтобы сами создавали большую часть контента. Это что касается текстов, а что касается картинок, я уже не буду пересказывать прошлый вебинар, который был месяц, нет, не так давно, 2 недели назад он был, на самом деле. Вот ссылочка на материалы прошлого вебинара, а сейчас на слайде список сервисов для создания картинок, о которых я рассказывала на этом вебинаре. Они тут с активными все ссылками, здесь 16 сервисов, чтобы на этом вебинаре то же самое не пересказывать, я их просто вынесла на отдельный слайд. Вы можете скачать прошлую презентацию, а может кто-то был на прошлом вебинаре. Все те же они остаются, все те же рабочие материалы, все здесь. Из новенького, то, что сейчас лежит в моем так называемом редакционном портфеле, и сервисы, которые я сейчас нашла и которые я сейчас исследую. Вот этот сервис для создания графики называется Visual Paradigm Online. Я не знаю, слышали вы или нет. Он работает примерно так же, как уже названный сервис Супа. То есть там есть шаблоны для создания графики, на основе которых создаются картинки. То есть здесь есть библиотека внутри, вы можете добавлять картинки и графику, и фотографии, и загружать свои изображения и выставлять их в эти шаблоны. Готовую работу можно скачать в разных форматах. Единственный недостаток здесь будет водяной знак. Но его можно стереть или отрезать, если он чересчур мешает. А так в целом инструмент достаточно неплохой. Я сейчас рассказываю про бесплатную версию этого сервиса. Часть шаблонов здесь платная, она помечена вот таким значком. Но бесплатного здесь достаточно много, и поэтому я сервис взяла, что называется, в разработку, и сейчас пробую его исследовать. Кроме графики, он умеет создавать флипбуки, ну, это книги, которые перелистываются, как книжки-листалки, презентации, инфографику, в общем, различные виды визуального контента. Чем-то он похож на Canva, хорошо нашу знакомую Canva, чем-то. Не сказать, что один в один, но общий есть. Так что вот, неплохой, на мой взгляд, сервис, можно попробовать. Еще один бесплатный инструмент, называется он Media Modifier. Может быть, вы видели вот такие обложки, вот такие вот картинки у нас в группе. Это картинки из нашей группы. Когда у нас обложка книги представлена вот в таком необычном виде, как, ну, не сказать, что 3D, но, в общем, что-то близко к этому. Или когда книжка на экране смартфона, например. Можно это все отрисовать самостоятельно, например, если вы владеете фотошопом или какими-то другими редакторами. Но есть так называемый сервис Media Modifier. Он позволяет создавать вот эти вот каркасы, а их еще называют макапы. Это как раз онлайн-генератор макапов. Он показывает, как, ну, в данном случае книжная обложка будет выглядеть в режиме реального времени. То есть, как она лежит на столе красиво, как она в руках, как она на экране телефона. Здесь есть шаблоны, не обязательно на книге. Вот про книги тут около 400 шаблонов на самом деле. Здесь можно представить, как то или иное изображение будет смотреться на айфоне, на iPad, на MacBook, на Android. В общем, тут в электронной книге, как оно будет выглядеть. От нас требуется только обложка книги. Единственное, здесь нужно зарегистрироваться, и после этого шаблоны будут доступны. Опять-таки, тут есть платные и бесплатные версии. Платные вы увидите сразу, там водяные знаки будут на них, и у вас не получится их скачать. Бесплатные скачиваются без ограничений, без водяных знаков, все будет отлично. Итак, ну вот я такой взяла шаблончик праздничный, загрузила обложку книги с новогодней елочкой. Это конструктор рядышком, можно немножко поэкспериментировать. То есть тут увеличить, уменьшить размерчики можно. Что тут, тень добавить, например. Здесь тень подключена, если она нам не нужна, можем отключить ее. Вот. И, ну и скачать в любом из двух форматов. Если нам этот фон не нужен, если нам не нравится этот фон, к сожалению, свой загрузить нельзя, но можно отключить. Вот есть опция «Background»,
если мы выключим, то картинка у нас будет на прозрачном фоне. Мы ее скачаем себе на компьютер, а дальше можем делать с ней все, что захотим. Можно в PowerPoint ее вставить и сделать на любом другом фоне, либо в презентацию просто добавить для красоты. В общем, вот такие вот макапы, мне кажется, очень полезная штука для создания красивых картинок с книжными обложками. И еще один очень хороший инструмент называется Snap Edit. Это без регистрации доступно. Если у вас есть какие-то картинки под рукой, можете прямо сейчас поэкспериментировать. Это сервис, который работает на нейросетях. Бесплатно, без ограничений, без регистрации, на русском языке. В общем, все удовольствия. И под одной обложкой он позволяет, соединяет инструменты для удаления объектов с фотографии, для улучшения снимков, для удаления заднего фона. Дальше провода он может удалять. Ну, на фотографиях встречались же, да, когда фотографируем разные виды, там какие-то троллейбусные провода, телеграфные, там, телефонные, вот это все удаляется. Дальше можно удалить текст. Это, например, водяные знаки, какие-то надписи. Дальше, хорошая штука восстанавливать старые фотографии, особенно вот нам иногда это требуется, ретро-снимки мы публикуем в группе, как выглядел наш город там 90 лет назад, там 80 лет назад, восстанавливать старые снимки можно здесь, ну и даже можно поменять небо, грозовое было, поставить солнечное. Ну, давайте я вам покажу. Здесь все очень просто на самом деле. Вот картинку я хочу удалить объекты. Объектов тут много, и сервис может автоматически мне их тут же выделить. То есть я могу отдельные книжечки удалить, котика удалить, вот эту книжку удалить. Просто достаточно выделить, что именно я хочу удалить, и оно удалится. Режим автоматический. Если он нас не устраивает, можем перейти в ручной режим и просто стереть ластиком тот объект, который нам не нравится. Ну и дальше можно все это скачать себе на компьютер. Есть платный тариф, это для фотографий отличного качества, от 1920 пикселей. Хорошее качество до 1920 пикселей, но это очень даже неплохо для бесплатных инструментов, и никаких тут водяных знаков тебе не будет, и хорошее качество. Единственный минус, который я здесь заметила, бывает, когда редактируют фон. Если удаляем фон и заменяем его на какой-то свой, иногда могут возникнуть проблемы при скачивании. Вот. Но тогда можем воспользоваться скриншотом, старым добрым скриншотом, который нас не подводил, вот, если вдруг такие проблемы. А так вообще отличный инструмент, он мне очень нравится. Я уже все нейросети побросала, теперь кинулась вот к нему. Что касается видеороликов. Ну, про видео это отдельная история. У меня будет вебинар, который будет посвящен видеолекциям. Там я про видеоредакторы буду рассказывать поподробнее. Сейчас я просто вам перечислю пунктиром, собственно, какие инструменты есть у нас в арсенале и что еще можно к ним добавить. Ну, наверняка вы знаете, у вас на компьютерах у многих он стоит до сих пор, Movie Maker, или по-другому киностудия Windows Live. Старый добрый редактор для видео. Для создания линейных видеороликов, то есть когда одно видео сменяется другим. Здесь одна видеодорожка, одна звуковая дорожка. Но для создания очень простых роликов для социальных сетей он вполне годится. Слайд-шоу можно создавать, редактировать видео, обрезать, добавлять музыку. Минимальная редакция, все это скачивается на компьютер в неплохом качестве. Вот для начала можно попробовать его. Посмотреть можно в программах, в списке своих программ, которые установлены на компьютере. Другой вариант, разновидность, он иногда выступает под названием видеоредактор. Он у меня на компьютере именно так назван. Это упрощенная версия Windows Movie Maker. Подходит тоже для создания слайд-шоу. Я загрузила фотографии. На самом деле можно и видеоролики точно так же грузить и обрезать. Их редактировать минимально. Внизу есть кнопочки для добавления текстов, переходов между слайдами, 3D-эффекты, фильтры. И можно добавить музыку из библиотеки сервиса или загрузить свои музыкальные файлы. Вот кнопочки для этого есть. Если хотите, могу вам отправить ссылку, но ссылка будет вести на контакт. Должна, в общем, открыться. Хотя почему-то у меня сегодня проблемы с ссылками из контакта. Вот. Это вот видео буквально с
создали там минут за 5 с помощью видеоредактора. Опять-таки, находим его в разделе «Программы». Или одна, или вторая программа наверняка должны найтись. У меня их даже 2 нашлось. Далее, что еще? Есть программы, которые можно скачать и бесплатно использовать. Вот эта вот программа, она так и называется, бесплатный видеоредактор. Ссылку я отправлю в чат, если вас заинтересует. VSDC. Вот так выглядит конструктор. То есть его можно скачать, распаковать, установить себе на компьютер. Он может создавать видеоролики разной степени сложности. То есть он, здесь есть функция хромакея на зеленом фоне, здесь есть функция фильтров, переходов, эффектов, неограниченное количество звуковых дорожек, видеодорожек, редактирование звука, видео, различные шумовые эффекты. Ну, в общем, проще сказать, чего здесь нет. Самое замечательное в этом сервисе, самый его большой плюс, он всего занимает ничего на компьютере. То есть нужно 50 мегабайт свободного пространства для установки и 256 мегабайт памяти для работы. По своим требованиям это самый нетребовательный видеоредактор для работы. Но сразу повторюсь, скажу, что это сложно. Но потребуется время для освоения, то есть за полчаса здесь не управиться. И очень многие эффекты могут просто остаться невостребованными. То есть если работать над художественными фильмами, там какие-то эпические снимать видеоролики, то, наверное, он хорошо подойдет. Для работы в соцсетях, может быть, это даже перебор. Ну, на мой взгляд, не знаю. Я не смогла его освоить. Мне он показался трудноватым для работы, просто не хватило времени. Поэтому я другой вариант взяла. Но сразу скажу, это платная версия. Movavi – это такой популярный сервис для работы с видеороликами. Он достаточно простой, я его освоила за полчасика, разобралась. Ну и потом по ходу еще какие-то дополнительные возможности в нем открывала для себя. Можно скачать бесплатную версию и попробовать. Там дается опция попробовать. Правда, видео будет с водяным знаком, но зато вы уже определитесь, нужен он вам или нет. Если предыдущий сервис был самым нетребовательным, то этот сервис самый дешевый. Более того, его можно приобрести совершенно спокойно через сеть интернет. Это русскоязычный сервис на русском. Оплата по карте обычной российской от 2500 рублей. Он на данный момент стоит. Иногда перед Новым годом бывают распродажи, можно приобрести подешевле. Чем хорош сервис? Он тоже позволяет создавать несколько видеодорожек, аудиодорожек, тексты добавлять. Здесь есть музыка, эффекты, разные шаблоны, фоны, рамочки. В общем, все необходимое для творчества есть. Если этого мало, то можно подключить расширенную подписку на разные эффекты. Выбрать себе разные шаблоны, эффекты, приобрести либо наборчик, ну, там от 200-400 рублей за наборчик. Либо можно сразу подписку на много наборчиков. Там подписка стоит на год около 2000. Но это вот для тех, кто совсем углублен в видеоролики. А стандартных даже того, что есть, вполне достаточно. Естественно, можно грузить свое без ограничений, в хорошем качестве, со всем этим работать. Да, и спасибо за ссылочку. Вот еще нам подсказают, что есть еще для слайд-шоу. Уже я помню про этот сервис, но уже сегодня он не поместился у меня. Я еще хочу 2 сервиса показать, которые скачивать не надо, устанавливать не надо. Они хорошие штуки на самом деле. Вот, например, такой сервис называется 123 Apps. Я его так называю. Давайте я вам ссылку отправлю. В нем можно работать даже без регистрации. Если вы сейчас по ссылочке перейдете, то открывайте видеоредактор, там много инструментов. Вот самый первый, по-моему, будет как раз видеоредактор. Он очень похож на Windows Movie Maker, я бы сказала. И здесь можно несколько дорожек создавать, вот аж 4 мне тут создали. И я на каждую видеодорожку могу разгружать именно то, что мне необходимо. Дальше, здесь есть библиотека аудиофайлов. Здесь есть возможность записи делать онлайн, то есть с помощью микрофона и веб-камеры вы можете сами себя записать. И есть хорошая штука, нейросеть здесь работает, перевод текста в речь. То есть вы можете записать текст, а вам его озвучат. Вот.
таким образом. И все это можно вставить внутрь видео. Ограничения тут какие есть? 5 видеороликов в день. Это максимальное количество. Ну, в общем, наверное, больше вряд ли мы и будем создавать. Так что бесплатно, без ограничений, без водяных знаков и без регистрации. Где еще можно найти такое чудо? Вот. Так что он мне очень понравился, этот видеоредактор. По-моему, он неплохо работает. По крайней мере, на компьютере у меня без проблем он заработал. Вот. И еще один видеоредактор, тоже он работает в браузере, тоже его скачивать не надо. Называется он ClipChamp. Регистрация в нем либо через аккаунт Microsoft, либо через аккаунт Google, ну или по электронной почте. Он немножко уступает предыдущему сервису, но выигрывает у него по библиотеке. Здесь большая библиотека, здесь есть и картинки, и музыка, и фотографии, и фоны, и шаблоны, и графика. В общем, вот я ее открыла, эту библиотечку. Единственное, здесь кое-что платненькое. Вот, то, что помечено желтыми значками, это не трогаем, а все остальное здесь даже по категориям рассортировано. Правда, здесь всего одна звуковая дорожка, одна видеодорожка и одна дорожка с текстом. То есть это линейный монтаж, когда у нас один объект выставляется за другим. Друг на друга они не накладываются. Ну, если не идет речь, конечно, про текст. Текст поверх картинки, конечно же, кладется. Ну, а на выходе мы получаем в хорошем качестве, без водяных знаков, видеоролик, и можем его загрузить в социальную сеть. Очень быстро работает, тоже довольно оперативный и неплохой инструмент. Так что вот еще два в нашу копилочку общую. Далее, есть еще инструмент, который называется Lumen 5. Это сервис для создания видеороликов как раз для социальных сетей. То есть он ориентирован именно на сети. Дает возможность создавать видео в разных форматах. Квадратное, вертикальное, горизонтальное. Ну, вот у меня примерчик отправила вам в чат. Чем еще уникален этот сервис? Он позволяет создавать видео на основе текста. То есть вы загружаете внутрь этого сервиса свой текст. Можно просто копировать, вставить. Можно ссылку дать на этот текст, если он где-то опубликован. Например, вот я вам ссылочку дала. Это была моя статья про веб-квесты. Я загрузила эту ссылку внутрь сервиса. И он мне на основе этого текста создал вот такое видео. Самостоятельно выбрал картинки. Я их, правда, немножко отредактировала. Какие-то мне не понравились, я их заменила. Картинки он берет из статьи и своей большой библиотеки. Вот она на экране как раз сейчас. Здесь есть обычные картинки, есть видеоролики, есть GIF-анимации. Естественно, можно грузить свое. Из всего этого многообразия он выбирает какие-то неведомые нам, по неведомым нам принципам, картинки. Ну, будем считать, что как нейросеть работает. Вот. А дальше мы любую картинку, мы любой слайдик можем редактировать. Удалять, добавлять. Можно изменять текст на слайде, естественно, менять его, переходы между слайдами менять и так далее. То есть настройки все необходимы. Выбираем цветовую гамму, выбираем формат. Здесь есть, кстати, уже готовые шаблоны. Мы можем и шаблон выбрать и внутрь этого шаблона вставлять готовые материалы. Ну и сохраняем и скачиваем. Скачивается в качестве 720 пикселей. В конце будет небольшой водяной знак Lumen 5, но его можно удалить в любом редакторе, если он нам не нравится. Ну и все, дальше пользуемся. Вот. Такой вот минимальный набор сервисов, которые могут пригодиться в работе. Ну, вот о том, о чем я говорила, большая библиотека, здесь и аудиотреки есть, и можно еще дополнительно записать озвучку голоса, подключить микрофон и самостоятельно что-то наговорить в качестве звукового сопровождения. Это что касается видео. Если вернуться обратно к группе, если у нас много в группе видеороликов, то есть такая опция, их можно отсортировать по плейлистам. Тогда их просматривать будет удобнее. Ну, допустим, у нас вот в группе более 100 видеороликов. Заблудиться в них, конечно, сложно. Поэтому я разложила их вот по плейлистам, по названию проекта, в котором они относятся. То есть вот сейчас у нас работающий проект – это «Золотая летопись Мурманской области». Были проекты, связанные с созданием буктрейлеров, военный плейлист «Крылья любви», о подводниках, ну и вот такой библиотечный проект. То есть вот видео внутри сложены по проектам, и так как смотреть намного удобнее. Бывает, что пользователь случайно нападет на видеоролик, оно ему понравится, и он заходит уже в плейлист, и там еще дополнительно что-то смотрит. А нам это большой плюс в статистику. Вот нам еще тут ссылочек надобавляли. Большое спасибо, Ирина, за полезные ссылки.
коллекцию пополняем. Я говорила об опросах, да, упоминала. Естественно, в группе не обойтись без интерактива. Это можно проводить как викторины, как опросы. И есть для этого опция. Она внизу так и называется. Под каждым постом находим кнопочку «Опрос», нажимаем на нее, и открывается вот такой экранчик. Тема опроса, варианты ответов. Здесь нет правильных, неправильных. Здесь пользователи работают в режиме голосования. Но если это у нас викторина, то в комментариях внизу, когда опрос закончится, мы можем написать правильный ответ такой-то. Вот в таком формате у нас проходят краеведческие опросы. Мы предлагаем варианты ответов, а потом подводим итоги. Мы можем выбрать фон, загрузить свою картинку в качестве фона, сделать настройки анонимными, если захотим. Если не захотим, то мы можем видеть, кто как проголосовал. Ну и ограничить время голосования тоже можно. Так можно какие-то не только опросы проводить, но и такие мини-конкурсы, например. Можно вопросы задавать просто в сообщениях, но в данном случае вариантов ответа уже не будет. Ну, например, на 8 марта мы предложили участникам угадать на фотографиях, кто здесь изображен, именами этих известных женщин, названы улицы города. И пользователи нам в комментариях писали свои варианты ответов. Можно еще эти фотографии было бы пронумеровать, наверное. Вот. Итак, таким образом тоже можно проводить такие маленькие интерактивности в группе. Интерактивности могут быть самые разные. ВКонтакте, если вы подписаны на разные библиотечные группы, то наверняка видели очень много разных примерчиков. Я парочку приведу из того, что пробовали мы. Например, библиомарафон. Что это такое? Это каждый день в течение 10 или 15 дней в группе публикуется вопрос. Он открытый, на него нужно дать ответ. Участники, которые быстрее и правильнее ответят, в конце марафона получат призы. Марафон длится, ну, почему он марафон? Потому что он без остановки идет в течение 10 дней. И важно не пропустить вопрос и быстренько на него ответить. Ну, призы для этого хорошие, достойные были, поэтому у нас довольно активно это получилось. Более того, мы давали подсказки. Под каждым вопросом мы писали, где можно найти ответ. И ответ, естественно, в книге. Мы указывали название книги и даже давали на нее ссылку. Книга из нашей электронной библиотеки, естественно. Таким образом, мы убивали двух зайцев. С одной стороны, проводили викторину, с другой стороны, продвигали информационный ресурс, электронную библиотеку «Кольский север». Вот. В конце мы подвели, наградили, и теперь этот марафон у нас стал ежегодным. Мы уже два раза его проводили, он носит название «Апрельский библиомарафон», получил свое название. Далее, ну, естественно, разные акции, флешмобы, это тоже все возможно. Например, вот проводили мы флешмоб «Исполняем Колычева». Николай Колычев – это известный мурманский поэт полярный. Что нужно было от пользователей? А им нужно было нарисовать картинку на стихотворение Колычева, прочитать выразительно, в каком-то театральном антураже или без антуража, кто как хочет. Вот можно было мультик сделать, например. То есть принимали аудиозаписи, видеоролики, рисунки и даже песни. Всего участвовало 120 человек, очень даже неплохо. Что нужно было? Это нужно было сделать, сфотографировать, разместить на своей страничке ВКонтакте и обязательно использовать хэштег. Хэштег был «Исполняем Колычева». По этому хэштегу мы находили все эти работы опубликованные, собирали в плейлист, вот он, плейлист, и потом выбирали победителей. Можно организовать конкурс лайков, можно выставить для опроса, кому какая работа больше понравилась, народное голосование провести. То есть возможности здесь достаточно большие. Благодаря вот таким форматам. Ну и осталось мне сказать еще об одном формате, который несколько забыт, и у нас в группе тоже его нет, поэтому буду ссылаться уже на опыт других библиотек. Вот пример такого формата. Называется он подкаст. Это аудиофайл. Ну, в чем отличие подкаста от обычной аудиозаписи? В его периодичности. То есть это цикл каких-то аудиозаписей, бесед, рассказов, интервью, на который можно подписываться, который можно слушать на постоянной основе. Ну, вот есть такие странички, некоторые библиотеки ведут. Можно подключить опцию подкасты к своей группе, если вы планируете это делать. Оно, конечно, занятие это довольно затратное. Мне даже кажется, что это даже сложнее, чем видеоролики делать. Ну, мне так кажется. Вот, поэтому, ну,
времени на все не хватает. Но, тем не менее, довольно интересные получаются работы. Если мы хотим создать свою подкастовую платформу, то нам нужно сообщество, к которому подключаем опцию «Подкасты». Чтобы подключиться, нам нужно идти вот в это сообщество, которое называется «Общество разговорного жанра». Естественно, мы можем обычные видеозаписи создавать просто так и загружать их как аудиозаписи. Но если мы хотим, чтобы был отдельный раздел с подкастами, то тогда нам нужно получить на это разрешение. Идем в группу, которую я назвала «Общество разговорного жанра», оставляем заявку на подкаст. В заявке указываем название своего подкаста, категорию, о чем он будет. Желательно, если у вас уже есть какие-то пробные записи, их можно просто загрузить в свою группу и как аудио и прислать ссылочку. Вот тогда заявка пройдет модерацию намного быстрее. Вот. Указываем сообщество, к которому мы будем подключать платформу с подкастами, ну и отправляем на модерацию. Разная степень модерации от 2 до 5 дней. Это обычно происходит, если нам разрешили, у нас в группе появляется раздел, который так и будет называться «Подкасты». А дальше мы туда будем грузить свои аудиотреки и делиться с пользователями. Вот такая история с подкастами. Заканчивая разговор о контенте в группе, о чем еще стоит сказать? Ну, во-первых, в некоторых группах можно встретить постоянные рубрики. Это, конечно, не обязательная вещь, но если какой-то вид контента, какие-то истории вызывают интерес у пользователей, можно это публиковать на постоянной основе. Ну вот у меня сейчас на экране список наших рубрик, которые сложились сами по себе. Мы специально ничего не планировали, просто появился интерес, и мы решили сделать такие рубрики постоянными. Вот. Воскресное ретро – это из названия понятное, что мы рассматриваем старые фотографии по воскресеньям, и мы даем им исторические комментарии к этим снимкам. Поэтическая открытка со стихотворением и с картинкой – это палочка-выручалочка, если мы не знаем, что публиковать в группе. Если нет инфоповодов, если это творческий затык, если ничего не генерируется, можно вот такие открыточки создавать. Это достаточно быстро и просто делается, но охваты довольно хорошие. Дальше. Хорошая рубрика по страницам старых газет. Иногда очень интересные находки там можно обнаружить. Краеведческие вопросы, загадки и викторины у нас тоже на постоянной основе, но рубрика у нас обычно раз в неделю, но иногда чуть реже, чуть чаще, в зависимости от нашей скорости. Появилась новая рубрика «Интересности для книгачеев». То есть, опять-таки, то были страницы старых газет, а это уже забытые книги, о которых хотелось бы вспомнить. Ну, проект, о котором я уже упоминала, «Золотая летопись Мурманской области», это видеоролики, видеорубрика, посвященная известным людям Мурманской области. Ну и появилась такая сама собой пока всего два поста, но мне кажется, это хорошая идея для рубрики. Как связаны, например, как связаны Савва Мамонтов и Кольский Север? Или как связаны химик Менделеев или Докол Ермак? Мы берем два факта, два лица, две персоны, два предмета и пытаемся установить между ними связь. Выставляем это в заголовок, чтобы вызвать интерес, ну и дальше объясняем, что, например, химик Менделеев проектировал ледокол Ермак. Он, оказывается, не только химиком был, но и судостроителем. Ну вот, а Савва Мамонтов, оказывается, благодаря нему у нас церковь появилась в Мурманской области. Вот, вот так вызвал интерес. Мы только для пробы попробовали и решили, что, наверное, стоит это на постоянной основе теперь сделать, вот такие интересности рассказывать своим читателям. И еще одна интересная штука, это можно сделать, наверное, в любой библиотеке, это путешествие по железнодорожным станциям. У нас их на Мурманской области 24, Мурманская железная дорога. Есть маленькие, есть большие, есть забытые полустанки. И мы решили по каждой этой точке на карте собрать информацию, фотографию, какие-то интересные факты. И самое замечательное, что это вызвало интерес у пользователей. Особенно с большим удовольствием такие посты читают жители этих станций, на которых они живут. Они с радостью радуются этими публикациями, делятся со своими односельчанами. И это тоже здорово. Так что вот, мне кажется, это можно устроить такую историю, собственно, в любой области, в любой библиотеке. Так что, если какая-то идея вам понравится, пожалуйста, я буду рада, если она вам пригодится.
Нужно ли планировать публикации? Ну да, хотелось бы их планировать. Это вот такой красивый контент-план. На самом деле он у меня немножко проще. У меня просто список постов и дата напротив каждого поста, когда. Вот. Это позволяет смотреть на свои перспективы, что будет, что было и что будет. И это позволяет планировать, если вдруг уходят в отпуск. Это большая проблема, особенно если пользователь, вернее, администратор только один. Если он уйдет в отпуск, группа не должна умирать на это время, да? То есть есть такая опция отложенные публикации. Под каждой публикацией мы можем выбрать время, когда она появится ВКонтакте. Перед выходом в отпуск мы можем каких-то публикаций заранее создать, распределить их по времени. Ну, естественно, уже их будет не так много, все-таки отпускное время. У нас, например, тоже летние месяцы считаются довольно провальными, потому что все пользователи в отпуске. Они не сидят в социальных сетях. Вот. Ну, заранее можно все это спланировать и благополучно отдыхать в отпуске и не заботиться о группе. Вот. Если в группе несколько человек, это уже проще. Тогда каждый работает в своем режиме. Где брать идеи для публикаций? Разные возможности у всех. Календарь знаменательных дат. Естественно, он дает очень много разных интересных инфоповодов, о которых можно и нужно писать. Бывают сиюминутные инфоповоды, что-то случилось прямо здесь и сейчас в библиотеке, очень интересное, о котором надо рассказать. Либо какая-то интересная книга появилась, вот, очень редкая, очень ценная. Какие-то, может быть, интересные находки находятся. Мне помогает в этом смысле вторая моя направленность работы – виртуальные справки. Я занимаюсь выполнением виртуальных краеведческих справок в библиотеке, и часто по ходу моего поиска попадаются очень много интересных материалов, которые жалко упускать из виду. Поэтому у меня есть папочка на рабочем столе, куда я эти находки складываю. И потом я к ним возвращаюсь, и все идет в дело, все идет в Мурманику. Вот. Так что вот такие интересные находки, которые по ходу работы попадаются, тоже нужно брать на вооружение. Ну и много еще других источников для вдохновения можно найти. Чаще всего их можно найти в группах других, не обязательно библиотечных. Мне, например, много подписок на музейные группы, на группы музеев, которые схожие тематики, оттуда берется очень много интересных идей, которые переделываются, естественно, по-своему, но вдохновение можно черпать из разных источников. В заключение. Естественно, группа – это общение. Понятно, что мы не в воздух выдаем информацию, мы рассчитываем на обратную связь хотя бы в виде лайков, а еще лучше в виде комментариев. Комментарии бывают разные. В том числе и негативные комментарии. Об этом написано огромное количество статей, постов, там, я не знаю, чего еще. Целые книги, по-моему, уже выпускаются по вопросам негативных комментариев. Они бывают разные. Бывает обоснованно возмущение пользователей. Допустим, он заказал книжку, а ему не заказали ее. Ну, в данном случае мы сглаживаем ситуацию, извиняемся, предлагаем другую услугу, либо там каким-то образом разбираемся в этой ситуации. Дальше это может быть необоснованный выплеск эмоций. Просто у читателя сегодня плохое настроение, а ваш контент его чем-то задел, он решил выплеснуть настроение. В этом случае, ну, нужно отмечать, что называется, спокойствие, только спокойствие. Подышали, попили водички, успокоились и очень сухо, безэмоционально отвечаем. Чем меньше слов, тем лучше. Потому что, как я заметила, каждое слово будет использовано против вас. Вот. Поэтому в этом случае очень сдержанно реагируем. Если этот выплеск не продолжается, тут уже разная реакция в зависимости от того, что делать лучше. Либо продолжать настаивать, успокаивать читателя, либо поставить на этом точку. Мы высказались, мы ответили на запрос, ну а дальше уже пользователь выпускает пар, это уже его и только он с этим разбирается. Либо продолжаем общаться, тут в зависимости от ситуации. Дальше. Если какая-то негативная реакция на контент. Ну, у нас группа краеведческая, поэтому не так часто, хотя и бывает. Разные. Один раз, например, обвинили в неправильном склонении существительных. В другой раз не понравился голос, который озвучивал видеоролик. В третий раз картинка не пришлась по душе. Ну, разные бывают случаи. Опять-таки, если мы твердо знаем, например, там
нас упрекают в неправильности информации, мы точно ссылаемся на источник, еще лучше приводим ссылку. Желательно, чтобы это было авторитетное издание, из которого мы взяли информацию. И вот, пожалуйста, все на этом, как правило, обвинения в наш адрес заканчиваются. Если не заканчиваются, то это уже превращается в троллинг и в провокацию. Но в этом случае, если уже дошло дело до оскорблений, перехода на личности, тут два варианта. Либо мы закрываем комментарии, либо удаляем комментарии, отправляем пользователя в черный список. Делается это в разделе «Управление», в разделе «Пользователи», «Черный список». Просто ссылку на этого пользователя вписываем, сохраняем, добавляем. После этого он не сможет ни группу просматривать, ни свои комментарии оставлять. Черный список можно отправить навсегда, можно на какое-то время в качестве профилактики. Тут уже решаем сами, что делать. За 2 года работы группы были разные случаи. Откровенного такого троллинга не было, были попытки. Ну, в черном списке несколько человек у нас висят. Вот. Тут в данном случае главное спокойствие, на мой взгляд. Главная тактика действия – это спокойствие и уверенность в себе. Закрывать комментарии негативно сказывается на репутации. Вы знаете, если пользователи друг друга оскорбляют, то закрыть комментарий – единственный выход иногда из этой ситуации. Либо не закрывать, но это тогда будет бесконечно. Вы всю ночь проведете в том, чтобы у вас будет мяукать телефон и сообщать о том, что новые-новые. У нас такое было. Поэтому, да, пришлось закрыть комментарии. Либо отправляем в черный список, тогда все равно комментарии. Да, можно бан-слова какие-то. Еще такой вопрос, если оскорбляют не администраторов, а оскорбляют пользователей друг друга, надо ли вмешиваться вот в это? Тоже разные есть стратегии поведения. На мой взгляд, вмешиваться в любом случае надо. Вы хозяин, это ваша комната, это ваш дом. И если там какая-то ссора происходит, то, естественно, это надо разводить. Вот. Удаляем оскорбительные комментарии. Если совсем все плохо, то в бан, конечно, в черный список. Да, в любом случае, вот надо комментарии отслеживать и смотреть, чтобы это все не разгорелось и не превратилось непонятно во что. Вот. Ну, мне кажется, в библиотечных группах это не так часто встречается, но бывает. Вот, бывает, что иногда вот безобидный пост про рыбу камбалу, кто бы мог подумать, привел к обвинительным и оскорбительным комментариям. Так что никогда не знаешь, во что это может вылиться. Вот. И самое главное, конечно же, это то, а чего мы хотим? Нам нужна динамика, положительная динамика. Поэтому нам нужны новые пользователи, статистика хорошая и тому подобные вещи. Мы, естественно, можем рассказывать друзьям о нашей группе, приглашать друзей. Вы можете приглашать своих коллег делиться группой, рассказывать о ней, пропагандировать группу. Если вы знаете лояльных пользователей, то вы можете им написать сообщение личное. Ну, вот примерчик моего личного сообщения. Главное, чтобы это было неформально, с душой, и желательно по имени человека назвать, рассказать, какая замечательная группа, и пригласить. Примет он приглашение или нет, это другое дело. Ну вот сейчас у меня на экране пример такой интересной коммуникации. До сих пор этот человек у нас в группе один из постоянных читателей. Тут важно вот с этими рассылками, с посыланием приглашений, их можно посылать не больше 20 в день, но очень-очень аккуратно. Если кто-то пожалуется на спам из пользователей, вашу страничку могут заблокировать. У меня такой один раз был прокол, на 3 часа заблокировали. Вот. Но он всего один раз случился, я неправильно рассчитала адресата этого сообщения. Вот. Поэтому разными способами берем статьи подписчиков. Естественно, в первый год набирать их сложно. Не будет такого, что сразу набежит огромное количество читателей. Если будет уникальный контент, если будут какие-то полезные материалы, действительно полезные, которых нет больше нигде, тогда они придут сами. Это проверено. Правда, не так быстро, как хотелось бы, но все равно придут. Тут я в этом точно убеждена. Вот. Спасибо большое. Вопросы. Увидела вопрос. Очень интересный вопрос. Созданные ролики можно загружать в Moodle. Технических проблем с просмотром не будет. Вот знаете, вот с Moodle я не работала, честно говоря. Если там есть такая опция загрузки видеороликов, то, естественно, они в обычном формате MP4. Если есть возможность загружать такой формат, то, конечно же, можно. Почему нет? Ничего такого особенного в этих роликах нет. Так что можно, как любое другое видео, если есть такая возможность, да. Вот.
Спасибо большое за добрые слова. Мы продолжим буквально через 2 недели, 13 ноября. Приглашаю вас на новый вебинар. Он будет посвящен онлайн-презентациям. Тоже очень полезная штука, эти самые презентации. Опять соберем коллекцию ссылок на полезные сервисы. Расскажу, как в них работается и что можно с их помощью создать. Как всегда, мои координаты на экране. Можно подписываться, вступать и в ВКонтакте, и в Телеграме. Это группы с полезным контентом. Там нет, там минимум рекламы, максимум полезности. Так что, если хотите, приходите в гости. Естественно, приглашаю вас на курс, который немножко отсрочился по времени, но он до сих пор продолжает набирать участников. Курс про информационные технологии в школе, библиотеке и в аудитории. Я думаю, полезен он будет прежде всего и библиотекарям, и педагогам учебных заведений, школ. В частности, вот я буду рассказывать о простых инструментах, большая часть на русском языке, которые позволяют создавать разные форматы. В том числе там будет и отдельный модуль про видео. Вот часть сервисов, о которых я сегодня говорила, там будут в этом курсе. То есть, если подписаться на этот курс, его пройти, то вы не пройдете мимо основных форматов. Ленты времени, виртуальные экскурсии, презентации, видео, анимация, инфографика. В общем, стараемся объять необъятное. Так что, если захотите, то, пожалуйста, приглашаю вас на курс. По итогу можно получить свидетельство о прохождении курсов переквалификации, повышения квалификации, будь так правильно, с выдачей свидетельства государственного образца. Вот такая история. Вот. Спасибо большое еще раз. Спасибо за положительные комментарии. Это для меня очень важно. За голосование. Пожалуйста. Ну и прощаемся тогда. Так, вопросы появились еще. Можно с Ютуба, можно с компьютера. Ага, про Moodle ответили. Все отлично. Ну, все хорошо. Значит, с Moodle мы все-таки порешали. Вот. Ссылка на курс сейчас перед вами в чате. Можно зайти почитать. Там есть программа очень подробная. Там список сервисов. Так что приглашаю еще раз. Ну и до встречи через 2 недели. Всего доброго.